Благотворительный фонд Ильинской больницы – это союз врачей и неравнодушных пациентов, наших друзей, созданный в помощь тяжелобольным. Это возможность быстро и просто сделать доброе дело. Поддерживая наш фонд, вы протягиваете руку помощи тем, кому сейчас это очень необходимо. Например, моим маленьким пациентам с неандертальцами и другими сложными пороками развития. Наше с вами неравнодушие и участие в жизни людей очень ценно. Подписка на регулярные пожертвования в фонд Ильинской больницы может дать возможность людям дышать в прямом смысле этого слова. Отзывчивые и неравнодушные пациенты Ильинской больницы, когда узнают про наш фонд, вовлекаются в эту добрую инициативу. И мы будем рады, если вы присоединитесь к нам. Мы нередко лечим хрупких пациентов, людей в критическом состоянии. Дать им шанс на продление жизни, улучшение качества жизни – это наша общая цель. It's a good idea. It's a very good idea, because some people are afraid to be treated just because of the cost. And if we can help some people to afford nice treatment, nice care, it's very important, very, very important. У нас огромный опыт органосохраняющей и сверхрадикальной хирургии опухоли поджелудочной железы. И если вы поддержите фонд Ильинской больницы, то вы сделаете эту уникальную хирургию доступной для всех. Междисциплинарный подход, система безопасного госпиталя и личный вклад каждого врача в судьбу своего подопечного позволяют нам оказать помощь и создать максимальный комфорт для тяжелобольных. Поддержав фонд Ильинской больницы, вы сможете поменять жизнь пациентов с тяжелыми ортопедическими заболеваниями, значительно улучшить качество их жизни и подарить им жизнь без боли. Вместе с вами прямо сейчас мы развиваем культуру благотворительности, формируем среду, в которой каждый сможет получить жизненно важную помощь. Не обязательно быть врачом, чтобы спасать жизни. Достаточно не пройти мимо беды человека. Это сделать просто, поддержав фонд Ильинской больницы.